Ну все, ребята, я рада вас видеть с новым сервисом. Хотелось бы вам каждому подарить по такой коробочке, но я надеюсь, что вы себе делаете такие подарки ежедневно. Я вас просила на тренингах, давала вам такую ориентацию, да, что закрепляете в панели задач лайк, и каждые 3 часа, или когда проходите мимо компьютера, заходите и получаете подарочки. То есть таким образом вы зарабатываете себе голоса. Вот сегодня у меня всего 4. И используйте их, накапливаете. И у вас накапливаются ваши баллы. То есть вот эти вот баллы, которые у вас копятся, лайки так называемые, вы можете всегда потратить. В данном случае я, например, хочу потратить эти лайки на то, чтобы у меня появился репост какой-то публикации. Значит, я нажимаю «Накрутить репост». Заходила я вот сюда, «Потратить лайки». Да, и у меня выскочило, вот я выбрала там из тех опций, что у меня появилось, «Накрутить репосты». И теперь мне осталось только выбрать материал для того, чтобы выбрать, что именно я хочу накрутить. Скажем, вот на моей странице я хочу взять конкретно какой-нибудь пост. Для того, чтобы взять ссылку на пост, мы обязательно с вами нажимаем не на имя свое, не просто вот на странице, не здесь берем, а нажимаем с вами именно то, что у нас есть под нашим либо именем, либо названием группы. Вот сюда кликаем. И у нас с вами появляется возможность увидеть ссылку, которую мы получаем для репостов. Копируем и заходим в YouLike, вставляем. И, предположим, я хочу, чтобы человек 100 там увидел. Он говорит, что недостаточно у меня баллов, ну, значит, сделаем 30, тоже недостаточно. Нет, достаточно. 30 достаточно. Вот он мне написал сейчас. Вот вы видите, 215 сейчас он у меня лайков заберет для того, чтобы это выполнить. Я подтверждаю заказ. И у меня сейчас бесплатно, абсолютно, вот ничего мне это не стоило, да, идет как бы реклама. Вот таким образом, вот кто-то называет это спамом, кто-то называет это там, как вы надоели со своими этими рассылками. На самом деле, это, по сути дела, та же самая реклама. Только реклама, которую вы тратите деньги, заказывая Яндекс.Директ, Google AdWords, или таргетированную рекламу, или то, что нам там предлагают в Facebook или ВКонтакте. Вы за это все платите деньги, а здесь это та же самая реклама, конкретно к живым людям, и вы используете этот инструмент абсолютно бесплатно. Да, он медленный. Если вы желаете быстро, ну тогда кошелек открываем и используем какие-то платные сервисы. Сейчас самое главное, что я с вами хотела сегодня поговорить, ребята. Сейчас вот открою вам прежде всего свою презентацию, которую я для вас приготовила, и которую, надеюсь, вы теперь будете у меня использовать в дальнейшем. Уважаемые мои друзья, самое главное, из-за чего, собственно говоря, мы с вами собрались. Мало того, что мы с вами сейчас осваиваем еще один новый инструмент, он может пригодиться абсолютно каждому из вас, если вы будете все-таки действительно лидерами, а я надеюсь, у вас, у каждого есть такие амбиции, не просто прийти в бизнес, не просто инвестировать и не просто быть какой-то такой, таким, скажем, звеном в команде, которая просто смотрит, слушает,
но так и не формирует свою команду. Что такое команда? Да, это значит, если у вас появляются люди в команде, значит, вы лидер, значит, вы как руководитель небольшого предприятия, значит, вы в любом случае должны будете иметь с ними свой чат, вы должны будете с ними каким-то образом общаться, чему-то их учить. Вот. И все, что мы с вами сейчас делаем, все вот эти инструменты, в том числе вот этот инструмент по общению с ними через конференц-связь, даже не покупая теперь отдельно вебинарную комнату, не имея каких-то навыков там владения, как там загружать какие-то слайды в эти вебинарные комнаты. То есть у вас появляется опыт работы с очень полезным инструментом для того, чтобы работать со своей командой, в том числе делиться своим экраном через этот сервис. Если у кого-то нет Skype, к сожалению, есть такие. Хочу весь разговор теперь переключить на то, что вообще, что мы за команда, куда мы с вами зовем людей. Самое главное, что вы должны понять, самое простое. Куда можно пригласить людей? Если вы готовы предложить им что-то полезное, действительно полезное, то, что касается их насущных каких-то вот таких проблем. Если человек уже находится в интернете, в каком-то бизнесе, 100% у всех примерно одинаковый алгоритм. Все хотят, кроме инвестиций, еще и получать какие-то бонусы, какие-то вознаграждения по своим партнерским программам, по реферальным программам. И почти все компании, которые сейчас присутствуют в интернет-бизнесе, они все предлагают не только заниматься инвестированием, но еще и, может быть, не инвестированием, а есть компании, которые занимаются каким-то продуктом конкретным, там продают для здоровья, там, для красоты, там, может быть, какие-то спортивные товары. Но факт тот, что любой интернет-бизнес, который пришел именно в интернет, он везде и всюду поощряет тех, кто находит новых потребителей, новых покупателей конкретного какого-то продукта или услуги. И вот это поощрение, оно сейчас выглядит, называется MLM-бизнес, сетевой бизнес, как угодно это называется. Но факт тот, что, по сути дела, это как на любом предприятии, это поощрение за то, что расширяется линейка продаж. И продается ассортимент компании тех продуктов или услуг, и плюс конкретно растут объемы продаж, ради чего компания, собственно говоря, и создавалась. Любое предприятие, которое вы создаете на земле, так как я большую часть своей жизни, конечно, отработала именно на производственной площадке, я могу сказать, что принцип везде одинаковый. Так же, как я сочиняла когда-то мотивационные программы для отдела продаж, то же самое и здесь. Если вы не будете работать с командой, если вы не будете понимать, что обязательно у вас должна быть команда, ну тогда вы будете просто пассивным участником и рассчитываете тогда только на инвестиции. Но вы понимаете, что на самом деле мотивационная часть именно за то, что у вас есть команда, за то, что вы с ней работаете, за то, что у вас растут объемы продаж, это поощряется еще больше, чем любая какая-то инвестиция. И поэтому мы с вами сейчас имеем уникальную возможность приглашать не в Байтайм, там, приглашать не в какую-то конкретную компанию. Это об этом мы скажем с вами потом, что где сможет применить человек полезность, которую мы ему сейчас предложим. Все, кто пришел в бизнес, еще раз повторюсь, они пришли для того, чтобы здесь получить доходы за счет инвестиций, а самое главное, за счет построенных команд. Если эти команды у вас есть, значит, у человека возникает вопрос, как эту команду построить, где найти этих людей, как продвинуть свое предложение, как на самом деле найти тех людей, которые тебя услышат. Учитывая в наш век информационных технологий, что мы здесь с вами уже просто забиты этими предложениями, какой скайп не открой, через каждые несколько минут мы получаем массу просто этих предложений.
Так вот, самое интересное, я не знаю, как вы, но я, например, уже очень плохо реагирую на все эти предложения. Я уже не обращаю внимания, кто и что мне сейчас предлагает, какую компанию. Ради интереса на некоторых останавливаюсь только для того, чтобы промониторить, только для того, чтобы сравнить маркетинг-планы и убедиться еще раз, что наше предложение все-таки действительно более обосновано и более выгодно, чем прочие. Так вот, мы сейчас с вами объединились в команду, которая имеет уникальный набор сервисов, программ, инструментов для того, чтобы именно на таком автоматизированном, по сути дела, методе найти тех партнеров, которые нас услышат. Не сидеть вручную, не заниматься созданием рекламных кампаний, не вбухивать деньги в эти вот рекламные кампании, а запустить просто большое количество инструментов, которые, даже если вы отойдете от компьютера, они будут работать без вас. Да, это роботы, да, это какие-то сервисы, которые занимаются там рассылкой. Или, это... По сути дела, та же самая реклама. И эта реклама, наша реклама только, она дается не через вот эти вот каналы, которые берут с нас, ну, живут за счет этого, которые с нас получают бешеные-бешеные деньги. А мы даем набор инструментов через нашу закрытую группу. Мы даем те самые инструменты, которые иногда мы сами приобретали за довольно серьезные когда-то вложения, большие средства вклада. Или где-то какие-то мы знаем уже чисто по опыту. Значит, у нас с вами в группе, в закрытой группе, почему закрыто, я объясню это сейчас чуть позже, есть возможность проходить пошаговое обучение, да, есть и шаблон лендинга, который мы даем каждому своему партнеру, кто в настоящий момент уже вот дошел в нашем, в опции пошаговое обучение и уже приобрел домен, уже посадил его на хостинг, он имеет возможность вот иметь вот такой вот у нас лендинг. Лендинг как раз, вы можете обратить внимание, да, он тоже касается именно продвижения, помощи в продвижении. То есть я хочу еще раз обратить ваше внимание, что мы с вами приглашаем, по сути дела, в команду, где мы сами обучаемся и, обучившись, готовы обучать других, причем бесплатно, отдавать то, что им поможет в любом бизнесе. Эти инструменты, вот эти все записи тренингов, они, если зашли уже в эту группу, все, они отсюда не будут исключены, если только там где-то не случится, что мы там начнем с вами какой-нибудь там, ну не знаю, недопустимую для соцсети ВКонтакте распространять информацию. А так, по идее, это, по сути дела, сколько существует ВКонтакте, будет существовать вот эта вот группа. И тот, кто сюда будет допущен, допускается только по заявкам. Те, кто... Наставники, если дают ссылочку на эту группу, у нас люди, получается, приходят сюда, видят, вместо вот написать сообщение, вы состоите в группе, у них будет подать заявку. И модераторы могут пройти, посмотреть, что если поступили заявки, вот в частности у нас есть заявочки, да, и либо одобрить, либо отклонить. Есть заявки, каждый день сюда заходят модераторы и проверяют. Если все-таки наставник написал, что включите моего партнера, значит, вы сюда попадаете. И в этом пошаговом обучении вы как раз получаете не только уроки, не только тренинги, но вы получаете еще и возможность получать готовые посты, готовые тексты, готовые картинки для того, чтобы самим продвигаться. Все у вас здесь готово, причем на каждый день. И у вас здесь есть актуальные программы, инструменты, сервисы, которые, воспользовавшись которыми, вы как раз, вот как, в каком порядке они здесь расположены, по сути дела, в таком порядке вы должны их освоить и применить. Освоить и применить. Если вы зашли в Top Leaders, если вы там купили
VIP-аккаунт, то тогда вам вообще, можно сказать, на месяц можно забыть про этот топ-лидерс, потому что VIP-аккаунт вам дает это $10, если вы хотите ускоренно работать и сэкономить свое время. Вы зашли один раз, и топ-лидер сам вас продвигает, сам идет. Опять же, это, по сути дела, инструмент бесплатной рекламы, где вы конкретно получаете возможность продвигаться в интернете и доводить свои какие-то, ну, предложения, свои услуги. А услуги мы с вами какие распространяем? Я сейчас вот вернусь еще раз. То есть вы видите, каждый инструмент – это вот ваша бесплатная личная бизнес-страница в MLM-сообществе. Это MLM-бот, есть у нас и видео, и обучающие. Вы здесь сами все должны были уже посмотреть и почитать. Все вот эти инструменты, если вы начинаете применять, то вы в конечном итоге начинаете все больше и больше автоматизироваться. О том, что это нужно делать через свои аккаунты дополнительные, помимо своих основных аккаунтов, об этом тоже говорится в записях тренингов, и об этом вы знаете. Поэтому все сервисы, где их можно купить, здесь о том, как можно эти все аккаунты активировать. То есть все, что вы здесь начнете применять, это будет автоматизировать ваш бизнес. И для того, чтобы именно продвигать вот эту идею, вам дается, опять же, здесь, еще раз повторюсь, вот эти вот посты на каждый день. Каждый этот пост как раз и говорит о том, что мы предлагаем очень актуальную на сегодняшний день, очень востребованную, очень нужную многим-многим людям, потому что они не знают, не умеют приглашать. Да и я больше чем уверена, что многие из вас сами не особо, скажем так, комфортно себя ощущают, когда нужно кому-то что-то предлагать. Кому-то надо позвонить и сказать, что вот у меня такой-то вот проект, и вряд ли он испытывает какое-то комфортное такое состояние. Поэтому все наши посты, они направлены на то, что мы просто-напросто даем рекламу о том, что у нас есть вот такая вот замечательная методика, вот такая вот замечательная группа и целый набор инструментов, который позволяет, по сути дела, человеку построить свой бизнес, развить любой свой бизнес. Ваша задача только вот это вот не лениться и запускать сделать все необходимые настройки в тех программах, которые вы будете использовать. И как только вы настроили свои программы, если вы используете, например, спам ВК, у вас все это, там уже все вот эти картинки загружены, у вас уже все настройки сделаны, и реклама пошла в интернет. Если вы работаете с ВК Про, вы все это позагрузили, понастроили, и, то есть вы, по сути дела, настроили рекламную кампанию. Понимаете? И вот это и есть ваша задача – научиться самим пользоваться, настраивать и запускать. Запустили компьютер, а сами пошли в это время. Съездили там на дачку, сходили. Вот, кстати, такие вот моменты, когда кто-то вдруг отказывается или в переписке вы увидите какой-то негатив, вы должны быть как руководитель. Вы должны понимать, что если вы создаете бизнес, он не бывает таким прям гладким-пригладким, прям вот как стекло, как зеркало, что у вас так все пройдет без сучка, без задоринки. Обязательно найдутся те, кто, может быть, даже накроет там, не знаю, на языке Афанасьева, да? Кто-то в конечном итоге просто сгрубит, кто-то схамит. Абсолютно спокойно на это реагируем. Если вы понимаете, что вы лидер, если вы понимаете, что вы пришли сюда в конечном итоге за тем, чтобы научиться самим взять вот этот момент обучения, пережить, потому что если вы не научитесь, тогда вы не сможете ничему научить других. Но зато вот этот набор, он дает вам возможность разговаривать только с теми, кто уже отозвался на ваше предложение. Когда вы запустили рекламу в интернет большим массированным таким потоком, вы в конечном итоге предложили не просто какой-то свой проект, вам никого не надо убеждать, отреагируют только те, кому нужны эти инструменты. К вам в Skype, к
вам ВКонтакте, в Фейсбуке, в Скайпе будут писать только те люди, кому оказалось необходимо это предложение, чью боль вы задели. Поэтому каждый день вы должны понимать, что вы, по сути дела, предлагаете людям возможность обучаться, как делать собственные деньги, используя вот эти вот автоматизированные системы, которые продвигают их, рекламируют их в интернете огромным-огромным потоком. Вы прекрасно понимаете, что если вы сами никого не выискиваете, вам не надо никого уговаривать, вам не надо объяснять, что ваш проект такой замечательный и хороший. Согласитесь, куда проще сказать, что я тебе дам набор инструментов, которые тебе поможет любой твой бизнес продвинуть, чем объяснять, что Абайтайм самая лучшая компания, что это инновационная компания, что это вот... Ведь если сравнить то, что мы именно сейчас пытаемся продвинуть, да, у нас про Байтайм должны быть группа готовая, у нас должна быть информация про нашу компанию наполненная в Facebook, ВКонтакте, созданы бизнес-страницы, группы, и все это должно быть. Но мы говорим о Байтайм как один из моментов, который нам помогает проверить, как работают наши инструменты. И к вам будут приходить люди, которые будут проситься сами к вам на вот эту автоматизацию. И если человек пошагово, поверьте, мы же видим это на результате нашей команды, мы же видим, что на самом деле у нас срабатывает. Вы посмотрите, если даже глянуть на мой личный кабинет, вот я сейчас имею 173 личных партнера. Это причем без какого-либо вот напряга, там, без какого-либо вот, я же никого из них за руку не тащу, я не занимаюсь тем, что вы обязательно зайдите в мою команду, я хороший лидер, я никого не убеждаю. Люди сами просятся ко мне. И поэтому ваша задача еще раз услышать и понять, что мы с вами занимаемся, по сути дела, тем, что помогаем найти партнеров в бизнес, что у нас гарантированная система поиска и привлечения партнеров, по сути дела, на автопилоте. Еще раз повторюсь о том, что эти инструменты работают только тогда, когда вы обучились сами и когда вы готовы показать, по каким шагам нужно пройти вашим партнерам. Поэтому вот эти вот все, по крайней мере, уж 30 партнеров в команду пригласить себе и помочь другим, это для вас должна быть просто легкая задача. Как только вы освоили, и тогда считайте, что вы свою $1000 заработали, и тогда, если у вас появляется команда, если у вас появляются 30 партнеров, это уже вы, по сути дела, получили, еще плюс бонусы от куда вы своих партнеров пристраиваете, вы же их пристраиваете конкретно в медиахолдинг, да, и ваши партнеры обучаются свои проинвестированные в самих себя там 100, скажем, долларов, да, они работают, применяя вот эти инструменты, эти же деньги к ним возвращаются в виде дивидендов, и у вас это возвращается в виде реферальных поощрений, поощрений за то, что вы по вашей рекомендации были куплены медиапортфели, то есть увеличился объем продаж, и компания еще вас дополнительно поощряет бонусами. Вот $1000 заработать – это легко. Если вы еще раз, повторюсь, уже в который раз, но так хочу, чтобы это у вас прям в подсознании село, о том, что как только вы осваиваете вот эти инструменты, как только вы начинаете сами понимать, как и почему они работают, и что они на самом деле с утра, включая компьютер, теперь уже настроить эти инструменты, это надо раз в неделю сесть и поменять картинки, да, раз в неделю сесть, поменять тексты, потому что в любом случае, ну, одними и теми текстами, скажем, невозможно весь месяц отработать, хоть как надо их обновлять, и так как реклама идет, и она попадается очень многим людям. Как вы понимаете, даже в том же телевидении, на радио, в газетах мы какое-то время видим рекламу, мы начинаем к ней привыкать. Как только начинает узнаваться бренд,
эта компания берет и меняет свою картинку. То же самое и у нас. Так как это массированная реклама, активная реклама, и нам как минимум раз в неделю надо будет подновлять свои тексты. Но согласитесь, это куда легче. Утром включил компьютер, зарядил с понедельника заряженные новые там тексты и картинки, и всю неделю ты практически свободен, потому что ты только по утрам включаешь компьютер, и у тебя продолжает работать уже заряженная на всю неделю одна и та же автоматизированная система. И в данном случае я надеюсь, что вы понимаете, самая главная боль у людей, которые находятся в интернете, да, это то, что они боятся приглашать. Поэтому здесь вот буду очень рада, если Владислав поделится своими какими-то креативными вариантами. Везде и всюду, конечно, в каждом посте, в каждом слайде мы стараемся использовать именно эту боль, что вы понимаете, что любой текст – это хороший контент, хороший заголовок, хорошее содержание играет очень большую роль. То, какая картинка, привлекает она внимание, насколько она хороша, насколько фразы попадают в точку, то в таком случае, считайте, 70% успеха вы себе обеспечили. И поэтому здесь должно быть как можно больше воздуха, как можно меньше каких-то там длинных фраз, но мы давим на одну и ту же боль. Мы, по сути дела, с вами знаем об этой проблеме. Мы знаем, что у людей, большинства людей, кто находится в интернет-бизнесе, что они не умеют приглашать, они боятся приглашать, особенно новички. Вот поэтому мы предлагаем им использовать гарантированную систему поиска и привлечения партнеров на автомате. И говорим, так как вы, еще раз повторюсь, вы лидеры, вы пригласили своих партнеров, и вы несете за них ответственность. Вы должны понимать, что ваши люди должны от вас получить, и ныли у меня два раза. Вы должны понимать, что эти люди нуждаются в вашей заботе, опеке и в направлении, в мотивации. Очень хорошо, когда, конечно, человек самомотивирован, но волей-неволей мы все знаем психологию, и что в какой-то момент мы зажигаемся. Это ладно, я, например, вот годами просто искусственно выработанный иммунитет, что если я чем-то расстроилась, то к утру я должна быть как огурчик, как говорится, да, и я как Мюнхгаузен за волосы сама себя вытаскиваю, чтобы утром прийти на рабочее место, и чтобы коллектив не видел там моих каких-то расстроенных чувств, я должна быть на позитиве. Поэтому и у вас то же самое. Здесь вы должны понимать, что ваша команда всегда будет нуждаться вот в этой вот мотивации, что сначала крылышки у всех загораются, там все порхают, все такие радостные, ой, как все здорово, как все замечательно. Но как только начинаются будни, как только начинается вот этот процесс изучения, и сразу, а всем-то хочется волшебную палочку, очень хочется, что сейчас я только вот получила инструмент, а завтра у меня уже $1000 подо мной. Но, к сожалению, мы же понимаем, везде это труд, везде это наша забота, это наши лидерские позиции, это наша активная позиция, жизненная позиция, наша целеустремленность. Если мы не настроились на действительно серьезную цель и не поняли, что партнеров ведем именно туда же, ну тогда мы их никуда и не приведем. Как только у нас нет цели, значит, нет задач, значит, мы можем себе позволить распуститься, мы можем взять, отреагировать на другое предложение, мы можем еще на что-то там соблазниться, и мы распыляемся, мы такие за семью зайцами гонимся, и как бы и здесь хорошо, и что-то там так хорошо предложили, и вот это такое здоровское, а в итоге у нас ни черта не получается. Я прошу прощения за такую грубую фразу. Но факт тот, что, ребята, сосредоточьтесь вы один раз, вот посвятите себя вот этому вот сейчас. У вас есть возможность найти себе альтернативный вариант, не мучиться с каким-то поиском партнеров самим и пошагово пройти вот это обучение, пошагово пройти все вот эти видео посмотреть, все вот эти инструменты прощупать, посмотреть, научиться ими хорошо пользоваться. В общем, вам нужно сейчас настроиться на конкретную цель, взять
и понять основной принцип. А основной принцип у нас – это приглашение на автоматизированную систему, на то, что мы с вами дадим возможность получить огромную такую копилку инструментов, сервисов, пошаговые инструкции, как, что и зачем делать. И еще хочу вас настроить на то, что создавайте, пожалуйста, как только вы начнете проходить обучение, как только вы начнете массово давать рекламу, у вас появится, обязательно появится большой поток людей, которых вы должны сразу включать в свой командный чат. Вы должны понять, что у вас, у каждого, вот где мы сейчас с вами там находимся, это у меня один из многих чатов. Чатов на самом деле, скайп-чатов очень много. И каждый из них имеет свою аудиторию, каждый из них имеет свой такой сложившийся какой-то, вот у каждой группы свой такой менталитет, какая-то своя энергетика. И вы должны будете вот этих людей включать в свои скайп-чаты. Вы должны будете всех, кто у вас будет приходить, включать. Причем этот скайп-чат, опять как его создать и как сделать, по сути дела, смотрите в обучающих наших роликах, в наших обучающих инструментах. И сейчас еще раз хотела бы с вами вернуться к лендингу. Там у нас с вами есть о том, что, значит, один из шагов, где пошаговое обучение в нашей группе, о том, что приобрести домен и посадить его на хостинг. Я вас попрошу, если кто, конечно, уже готов активно запускать рекламу, готов уже, настроил инструменты, но еще не имеет лендинга, обращайтесь, пожалуйста, либо к своему наставнику, либо конкретно ко мне, и в конечном итоге мы с вами обязательно настроим этот лендинг. Шаблон вы видите, он у нас есть, он у нас такой универсальный. Вот на примере Валерия я просто покажу вам сейчас лендинг, который вот в частности у одного из наших партнеров, участников сейчас как раз встречи. С правой стороны от Валерии у меня, например, стоит на лендинге телефон. Валерий попросил поставить скайп. Ну и как я поняла, что большинство тех, кто уже вот применил лендинг, все-таки ближе именно, чтобы был скайп. Там, где у нас кнопочка «Заказать консультацию», это человек, если нажимает, то вот я сейчас, если нажму, то я попаду к Валерию в скайп, так как я открыла его лендинг. И вот я вышла на скайп сразу автоматически Валерия и готова, что я хочу заказать там, хочу консультацию, предположим. Да, вот пишу, как вы видите, сразу с лендинга попадает именно на владельца, так скажем, этого лендинга. И в итоге можно сразу через скайп получить контакт этого человека. Ну и понятно, что если он сюда кликает, это, по сути дела, ваш уже на 90% готовый потенциальный партнер. И сам лендинг, еще раз просто повторюсь, уже говорила, что он тоже настроен на то, что мы приглашаем на помощь в продвижении, что мы даем мощное уникальное направление, командную систему, свою такую систему, которая на автомате помогает продвигаться. Если учитывать то, что у людей психология такая, что теперь уже не хотят заполнять длинные формы, там из какого мы города, там фамилия, имя, то если очень короткая форма, человеку дается возможность на этом лендинге оставить просто свой номер телефона. И тогда вы через Viber, я надеюсь, что вы его имеете все на компьютере. Сейчас это очень доступный и с возможностью показа экрана инструмент, нисколько не хуже, чем Skype. Если на телефоне даже у вас места нет, но хотя бы найдите возможность сначала установить этот Viber на телефоне для того, чтобы активировать его потом на компьютере. Я еще раз повторюсь, просто есть люди вот принципиально упертые, что не хочу ни в какую, то через Skype. Поэтому используют альтернативные варианты. Если у кого-то появится такой товарищ, что ему нужно будет там через Viber, через Skype, ну, все будем решать в рабочем порядке, чтобы ваш лендинг там каким-то образом перепривязать. Так вот, если человек указывает вам номер телефона, к вам на почту обязательно придет, почта будет привязана к этому лендингу,
и к вам на почту придет письмо о том, что к вам вот такой-то, такой-то номер телефона человек отправил. Это значит, ваш, опять же, на 90% готовый партнер. Заказать звонок – это еще раз Skype. Здесь есть дедлайн о том, что бесплатно вы проконсультируете, да, как и что сделать. То есть понятно, что первая консультация, мы даем ее бесплатно. Здесь основные наши преимущества. Все, что я вам сегодня, по сути дела, наговорила, но очень кратко и тезисно. Если человек там еще не нажал, не вбил телефон, там, не заказал звонок с вами, то, прочитав наши преимущества, мы провоцируем его еще раз оставить свою заявку. Вот. И я опять же показываю на базе лендинга Валерия, где вот он попросил, что вместо номера телефона, у меня вот на моем лендинге вторая ячейка – это телефон. Валерий попросил имя, логин скайпа и e-mail. И как только человек нажимает «Отправить», то на вашу почту опять же эта вся информация поступит. О том, что мы здесь, по сути дела, принимаем звонок, да, мы принимаем заявку, мы анализируем опыт, навыки, мы проводим вот эту консультацию первую. И в конце, конечно, дается еще раз возможность либо вбить телефон, либо заказать звонок, связаться с нами по скайпу. Вот такой шаблон лендинга у нас получают те, кто уже имеют домен, имеют хостинг. О том, как и что это делать, опять же, повторюсь, вы должны будете дойти при обучении, когда у вас будет вот пошаговое обучение. Надеюсь, что вы прочитали и верхнюю часть, что вы, во-первых, как только партнеров начинаете обучать, даете им задания и проверяете выполнение этих заданий. Да, если здесь говорится о том, что нужно там прочитать ему книги в этом видео, проверяйте, пожалуйста, и сами прочтите. Если мы даем задание оформить скайп, проверьте, пожалуйста, как он оформил этот скайп. Если мы даем задание оформить личную страничку ВКонтакте и как это все сделать. Вот все, что здесь дается по заданиям, пожалуйста, проверяйте. Идите вместе с ним. Но самое главное, если вы сейчас вот уже действующий у меня партнер, вы уже, в принципе, не первый день в команде, вы уже были на каких-то тренингах, но пройдитесь, пожалуйста. Помните, я вам говорила, начните с того, вот я поставила специально записи тренингов на первое место. Ведь все, что я сейчас, по сути дела, говорю, это все уже было сказано в этих всех тренингах, кроме концепций, которые я сейчас вам довожу, как бы еще раз активно на этом акцентирую, что мы сейчас поменяли с вами основной ориентир, куда мы приглашаем, на что мы приглашаем, что мы приглашаем на автоматизированную систему продвижения и приглашения партнеров на автомате. Вы видите за моей спиной, у меня стоит доска, и не знаю, насколько вам хорошо сейчас видно. По крайней мере, я не знаю, насколько хорошо вот вам отражается, так как свет сейчас падает немножко другой. Днем я точно знаю, что люди у меня читают за спиной и сразу понимают, что я действительно приглашаю на автоматизацию. Я не говорю, помните опять же мои установки, я говорила, не приглашаем на, не говорим в лоб сразу на первых встречах о байтайме, не говорим мы именно почему именно байтайм, а говорим о каких-то полезных инструментах. Если помните варианты, мы предлагали и тренажер попробовать, и что-то там их чему-то поучить, то сейчас у нас есть конкретно целая большая система и методика. Когда человек в конечном итоге говорит «да, я готов», вот здесь мы говорим, что у нас есть небольшое, одно маленькое условие. Для того, чтобы вот это все не оказалось, как в большинстве случаев, когда мы обучаемся, но ничего так и не применяем, и не получаем результата, потом начинаем говорить «да, все это ерунда, вся эта учеба, все эти коучи, это все полная ерунда». У нас есть маленькое условие. Вы заходите на проверенную нами лично медиаплощадку в медиахолдинг ByTime, покупаете там портфель за $100, то есть инвестируете сами в себя эти $100,
к нам это, мы за учебу, за инструменты не берем. Но мы получаем интерес, вы становитесь партнером моей команды, это раз. Я понимаю, что я заинтересована, чтобы вы как можно быстрее получили назад свои 100 долларов, даже не свои, а уже в качестве дивидендов, и чтобы вы еще и получили куда больше выхлоп, чтобы вы получили 1000 долларов за месяц, чтобы вы получили большую серьезную команду, я должна это увидеть на конкретном, там, или должен увидеть это на конкретном работающем проекте, на работающей компании. Поэтому вы заходите, сами в себя инвестируете и сами себе старайтесь в кратчайшие сроки компенсировать эту покупку медиапортфеля и плюс еще и получить огромный-огромный денежный выхлоп, который вас порадует и укрепит ваш финансовый фундамент. Смысл основной я вам сегодня, в общем-то, донесла.